Встаем, Руслан. Тупорус. Блять! Ребят! Когда-то подписка была... Блять, ёб твой! Вячеслав! Вячеслав! Чтоб дропа было много и пати хорошее. Спасибо огромное. Конечно, нет. Всем привет, дорогие друзья. Ля! Бум-бам-бам, бумба-бамба! Ёбаю! Вот это, блядь, ой, блядь! Ой-ой-ой! Бум-бам, блядь! Ой, блядь! Ой! Ой-ой-ой! Ой, блядь! Блядь! Ой, блядь! Ой-ой-ой! Что это такое? Хюля... Да что сложно-то, а? Где домах-то у нас? Есть он? Или нет? Бобоса выведи куда-нибудь, бобоса ебаного. Ебобоса выведи оттуда. Ебобоса! Людмила Александровна! Зачем же вы снимаете трусы? Погнали, с ноги влетаю. Как всегда, умираю первым. Все нормально. Да я ж пошутил, ёпта, блядь! Вот, блядь! Хуярим ее! Хуярим ногами эту девчонку! Хуярим ее! Так, едем! Мне показалось, у меня галлюци... Мне показалось, что кто-то со мной рядом стоит. Ха-ха, пизда мне, так. Ну, интересная ситуация. Когда у тебя галлюцинация, так. О, да, левею, короче. Тупо, блядь, коллизию шок терапии, блядь, устроил. Этой девчонке ебучей. Погнали, блядь, прыгаю. Прямо в очко этой красавицы. Я хуе, коллизию шок терапии. Пиздец, ёбаный. Пиздец! Заказывайте дальше музыку, пока на меня там какие-то воты бесконечно. Замасление меня! Оно было, родила на активиру бусты, начинаю хуярить его руками. Так, ноль ошибок, ноль проблем. Ш, откатываюсь назад. Тупо я не... Я играю не за персонажа, я играю за ёбаного этого, блядь. За Рэмбо ебучего. Хуе, блядь! Пиздец! Тупо пошли, блядь, руки, я хуею! Легко! Истории. Нес я шкаф и застревал в дверном проеме. Меня это немного злило, потому что это было тяжело. И вот я толкаю этот шкаф. Толкаю этот шкаф вперед, а он не толкается, да? И в итоге я так затолкнул шкаф. Так затолкнул шкаф. Что задел Олин ко, собственно, к, комп, да? И он просто, смотри, он вот так просто стоял упал, и после этого начались вылеты. Отдали на ремонт. Мужик, спустя миллион лет, отдали на ремонт. Мужик говорит, какая-то температура аномальная у процессора, сразу 100, бля. Вот он, значит, починил, поставил материнку новую, заменил ее, да? Все нормально. Собираю, значит, я механизмы, вот эти все перфораторы, нужные для них... Сундуки наслаждения. И что, соответственно, я получаю? Слышу в коридоре. И Оля такая стоит над упавшим компьютером, плашмя. Я говорю, Оля, это мои деньги. Плакать должен я. Плакать должен я, а не ты. В смысле? В смысле? Как это может быть, когда это я должен? По факту. Опять упал компьютер. И все, теперь, наверное, если там он мне перезагрузится один раз, она и не знаю. Вот, запомните мои слова. Если я буду стримить, и вдруг вы слышите на заднем фоне взлетающий самолет, то это Ольга Ильинична компьютер перезагрузился. Блять! Ну, я думаю, дальше уже к леди надо идти, это стопроцентное. Ребята, 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 ребята! Так! Это было неправильное и явно не стопроцентное решение какое-то. Кто зашел в не тот портал? Так. Оп. Невозможно! Блять! Я думал, я успею! Ебать, сложно, сложно! Листик, листик! Так! Работает! Листик! Листик! Один листик! Сюда! Листик! Он один! Листик один! Лист! 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 Руслан! Вставай, блядь! Не вставай!
Не вставай! Не вставай! Воскресите Руслана, блядь! Всем похуй на Руслана! Убиваем. Блядь, так! Поймал меня, блядь, в этой какой-то пятачке ебли! Ресните меня быстро! Ну что мне делать? Как мне дамажить? Тогда поехали! Пыльца! Блядь! Короче, подплеска ебаного, так, и шо, и нихуя. Как всегда, блядь, и нихуя. Едем, блядь. Я такой сижу и такой, мало огня. И слева от меня вижу, как из пепельницы идет дым, и начинается медленно костер. И уже соседи такие. А, там это, что-то горит, блядь, у тебя. Блядь, как они учуяли настолько быстро, ля, какие загадочные, мгновенно учуяли. Я не привился еще. Спасибо. Хочу поблагодарить тебя за труд и форму его подачи зрителю. Таймович Кисила, ты сэкономил много времени и нервов по освоению УАУ и непосредственно нового контента. Вау. Еще раз благодарю. Спасибо, дорогой, это очень приятно. Самое забавное, комьюнити Fallout 76, она довольно-таки добрая. И они реально там все супер дружелюбные. Прям реально супер дружелюбные. И вот если подойдешь к игроку, который там просто бежит, если ему эмоцию помахать нажмешь, он тебе помашет, блядь, в ответ. В Варкрафте, если такое сделать, есть вероятность, что тебе помашет кто-то в ответ? Мне кажется, блядь, хуй там. Смотри, вот он дружелюбный какой-то спуди-брейкер. Пуди. Он мне, знаете, что написал? Он написал, что? What? What? Что? Что, блядь? Нихуя он не дружелюбный уже, этот Спуди. Пошел ты нахуй, Спуди, ебаный. Обидел меня, я хуею, блядь. Что, блядь? Я хуею, Спуди, тупо. Пошел ты нахуй, Спуди. Что, блядь, происходит? Игры не работают, блять. Warcraft не работает. Музыка не работает. Настроения нету. Это чё такое-то, блять? Чё такое? Есть гайд? Если он у тебя где-то там на столе, где-то точно должен стать. Ну, блять. Блять. Ну нет, ну, ребят, ну я вам говорю, это мироздание мне подсказывает. Ну три раза подряд невозможно. Три раза, у меня музыка не работает, но три вылета за вообще невозможно. Ребятушки, самый чит вообще почти работающий. Не знаю, почему это так работает. Выходишь на балкон и просто умозаключение говоришь. Если во время этого разговора умозаключения происходит какой-то звук, возможно, не характерный, либо просто резкий. Это значит, что мироздание дает вам ответ на то, типа, ну, правильное, что это правильное утверждение. Если звука нет, то утверждение значит неправильное. То есть, например, ты говоришь, сегодня стримить нереально. Слышали? Какой-то звук, ребят. Наверное, придется взять 3 выходных. Пиздец, слышите? Какая-то хуйня. Вот, я не знаю. Вот ты говоришь ему заключение, и какой-то происходит звук. Я думаю, что это... Гля, что это правда, то есть работает. Вот, нихуя себе, блядь. Стримить мне, ребятки, как думаете? Или не стримить, я не в курсе. Минус стрим? В смысле, блядь, серьезно? Да ну не надо, вы реально, блядь? Реально, что ли, блядь? Не может быть такого. Как это, блядь? Стрим еще выключился, блядь. Чего, блядь? Да я... Да чё за хуйня, блядь? Да ну нет! Да нет же! Да нет же! Чё за хуйня? Ребят, как... На Твиче стрим упал, приколите? Вот, на Твиче стрим упал. Чё за херня? У меня ноль битрейт.
Она берет, ну мне нормально вообще. Я типа об этом не думаю, я просто говорю, услышал там, почувствовал, что укололи, да? Вот, типа нормально. Сижу, вот, болтаю, и она говорит самое неправильное, что можно говорить, ребяточки. Эта тетка, ребяточки, говорит: ну все, две взяла, осталась третья. У меня все, ребята. Рома полетел, блядь. Я уже вижу, у меня в глазах, блядь, сверкает нахуй. Уже, блядь, в ушах происходит пиздец. Вот, я думаю, ёбаный рот, нахуй ты сказала вот это про эту третью. Хер, бля, вот это поворот реально. Такого я не ожидал точно, блядь. Спасибо, Рома, за много подписок. Надо на стримах, вот, запрещать тему разговора про похудение. Потому что это почти то же самое, что политика, что религия. Потому что сидят несколько людей, да, три типа людей есть, если вы не знали. Фалоимитатор-аморф, член-аморф и долбоеб-аморф. Да, вот три типа людей есть. Очевидно, член-аморф — это тот, который, он хоть, блядь, не знаю, хоть будет вот съедать абсолютно всю годовую продукцию всего Макдональдса страны, будет есть только Макдональдс без остановки 100 гамбургеров в секунду, членоморф никогда не потолстеет. И членоморф пишет: просто тебе нужно бегать по утрам. Что-то там пишет. Членоморфы, идите нахуй с вашим супербыстрым обменом веществ. Когда у вас, вы, блядь, идите в пизду, членоморфы, ясно? Окей? Окей. Потом сидит этот, долбоебоморф. Долбоебоморф — это тот, который он, ну типа, знаете, он типа, вот он, и, ну, он средненький такой, да, он и толстеет, и не худеет, он как будто бы, знаешь, при желании может задержаться на любом весе. Вот захочет он заниматься спортом, будет спортивным, да, теоретически, а там будет еще что-то там, не будет, ну, такой, ну, что хочет, то и делает. В принципе, то же самое, долбоебоморфы, идите нахуй, идите нахуй, да. А теперь мы, фалоимитатор-аморфы, это мы, кстати, фалоимитатор-аморфы, фалоимитатор-аморф — это который такой медленный обмен веществ, что вот если я буду есть только гамбургеры, я супер разжирею. Если пойду в качалку, стану супер качком мгновенно. То есть в этом вся логика. В этом отличаются, да? А вы, блядь, членоморфы, идите нахуй, дрищи ебаные. Иди, беги, блядь. Я знаю, ты можешь, блядь, 40 километров пробежать и даже не вспотеть. Ну а и собственно что? И беги нахуй. Иди как можно дальше, беги нахуй от меня. Ебучие членоморфы вступают в чат и начинают всех учить жизни. Вот, как им похудеть, как там это интересная история, блять, как они там это не толстеют. Членоморфы, идите в пизду. Ебучие членоморфы. Какие они, блять, рофлеры? Вот как мне смешно. Постоянно, обязательно у каждого человека есть друг членоморф. А вы, если полный, они такие: ну, вообще так-то. И начинают рассказывать, как он там на руках стоит, блядь, на турнике, блядь, висит. Как он там 40 раз отжимается, вот так, блядь, отжимается. Ногами только, да, членоморфы. Идите нахуй, окей? Потому что идите вы нахуй. Это те ваши интересные истории. Это просто чисто идите нахуй. Вот. Я в своих эзотерических познаниях, когда читал разнообразные эзотерические книги и занимался колдунством и психологией, я неожиданно осознал, что чувство счастья в груди и чувство глубокой печали по факту это одно и то же чувство. И все зависит от того, как ты об этом чувстве думаешь. И когда ты начинаешь во время печали и грусти просто думать, что на самом деле ты счастливый, это чувство начинает становиться счастьем. Ты сегодня... А что ты купил, Оль, вкусного? А мне что-нибудь купил вкусного? Типа любовь есть? Будем смотреть сегодня кино до стрима вечернего? Что? Хочу провести с тобой время. Чего? Вкусно! Я просто хочу есть и провести с тобой время. Ты что, заболел? Да нет, нормально. Почему ты хочешь провести со мной время? Никогда не хотел, а сейчас бы... Ну я просто захотел. Не знаю, ты там что-то кино так много нашла, мне аж интересно было. У тигра весна началась. Блядь! Да-да. Дьявольский рок. Быстрее забегайте, иначе... Ох, блядь. О боже, блядь! О боже, блядь! О боже, блядь! Хантер, быстрее, используй свою ловушку.
Приходите, Хантер реально сейчас кинет пригвождающую ловушку, прям как в тот раз. У меня все в КД, держу в курсе. Хантер нажал прицеливающую ловушку! Нах ты это сделал, блядь! Я ж пошутил! Зачем он это сделал? Зачем он пригвождающую ловушку кинул? Хантер! Короче, блядь. Подожди, не понял. Как его выгнать из гильдии? Как его выгнать из гильдии, блядь? Пожалуйста, нарушение. Жульничество. Жулик. Так. Что еще можно сделать? Как его выгнать? Исключить. Топ. Там каждый день с 12 до 14, с 18 до 21. Пойду отдыхать и... Жуау.